Congrats. Всем доброе утро. Воскресное. Треть поздная. Видите, я сегодня ночью сплю, думаю, ничего не понимаю, почему мне дышать в кабине нечем? Откуда вонь такая? А вон, видите, труба коптит, и она сегодня всю ночь дымила. Вот, время у нас без пяти. 7-4. И как ветер в эту сторону подует, все, задохнуться можно. Вроде расцвело, поехали. Я не знаю, что-то я сегодня проснулся в 3 часа ночи. Вчера в 9 лег, уже в 9, наверное, спать лег. Там пока туда-сюда, но, в общем-то, уснул-то быстро. С вечера довольно-таки быстро засыпаем. В 3 часа ночи проснулся, все, не спится нифига. Ё-моё, что делать? Ну не ехать же рано. Вылез тут, ходил вокруг этой машины, как медведь вокруг берлоги. Пацаны уже тоже просыпаются. Рядом со мной даже ночью американец припарковался. И потом, когда вечером остановился, немножко переехал, чтобы было место еще на одну машинку. Нормально. Поехали. Не стесняемся. Едем. Что прямо на дорогу выезжаем. Опа. Год. Вот у нас Иркутск. 217 километров остается. Сейчас заедем в районе Ангарска, заправимся. Еще немножко, литров 200, линем так. 400 литров есть сейчас. Ну, еще она, считайте, спалит маленько. Пропустим коллегу. Пропустим, зачем нам его подрезать. Вот. Неизвестно, какой она ожидает стоялого. Поэтому лучше немножко. Пускай будет в запасе. Все, парим с утреца, парим. Морозец небольшой, но есть. Потихонечку сейчас разгонимся, сильно не будем газовать. Вот. И что, все? Это получается 3 часа езды, ну, на заправку заехать. Я уже 10-11 в Иркутске буду. Посмотрим, может, сегодня куда-нибудь в город съездим. Будет видно. Да, летом как-то все вот намного, кажется, симпатичнее выглядит, да? Вот тут ты смотришь, ну... Сопки вот эти, да. Не сопки, бугры, холмы. Но все равно вот такая вот уже серость, сырость. Не то, что сырость, серость такая. Но у природы нет плохой погоды. Так что, черт. За каждой весной, ой, за каждой осенью придет зима. И за каждой зимой придет опять весна. Что тут осталось-то до весны, господи? Сейчас уже почти осень закончилась. Там туда-сюда 3 месяца зимы. Снова весна. Сам себя попытался вдохновить. Не знаю, насколько получилось. Давай, работай на УАЗике, работай. Да вроде ничего, нормально. Поехали до города Иркутску. Карьер какой-то.
Что-то роют, чего сами не знают. Там вот, там, наверное, разрез, скорее всего, судя по крокодилам, которые там стоят, со стрелами высокими, длинными. А это какой-то карьер, что-то тут он тоже что-то копают. Аларский район. Сразу же на месте тут и дробят, наверное. А, скальный грунт, щебень, ну, скальник добывает, дробят в щебенку. Вот он, скальник. Вот он, скальничек здесь. Ехать уже осталось, елки-палки. Может, правда, задом поехать на задней передаче? Ну ладно, сегодня там по Иркутску побегаем. Аларский район, кстати, основан в 1922 году. Это не я такой умный, это я Стеллу прочитал. Я говорю, ну ладно, сегодня мы по Иркутску побегаем. Ну, может быть, завтра побегаем. Ну, за 3 дня уже весь Иркутск вдоль и поперек излазим. Тем более, как-то такая погода не очень летная. Это не летом. Носиться сейчас вот минус 6. Я смотрел на следующую неделю, тут и минус 11, там туда-сюда. Ну, днем-то вроде ничего такие, там в районе 0, если 0, там температура, то нормально. Сколько мы будем здесь стоять? Хоть ты ставки какие-нибудь сделать, поспорить бы с кем-нибудь. Доллар. На доллар не серьезно. Цезарь тоже подмерзла. Покрывается литком, покрывается. Деревня Малиновка. Ох, не знаю, видно вам или не видно. Должно быть, наверное, видно. Просто, может быть, не очень хорошо. Вон там, вон у нас Саяны на горизонте. С белыми вершинами. Гряда Саянских гор. Ну это ж все, вот это вот все. От Иркутска и пошли туда, в сторону Алтая. Это ж все Саяны. Саяны, Саяны, еще раз Саяны. Далеко. Дать нифига. И что так вроде денек, смотрю, задается, да? Солнышко. Самое главное сухо. Все остальное мелочи. Снежок хорошо в детстве. Снежки, санки, все дела. Или когда дома сидишь. На работе как-то вот нифига он не товарищ на нашей. Неприятность, но не критичная, все можно пережить. Снежок тоже не первый раз и не последний, но слава богу, тут тоже не накаркать. Пока вот едем. Сухо, хорошо, огонь. Пошли горки у нас. Пойдем сейчас опять мамонтов навестим. Реку Белую только переедем. Сейчас сама река не замерзла.
не покрывается еще не те морозы. Ой. Стоят вон красавцы. Я вот думаю, если я перед перекрестком стану, ничего, тут сильно никто не обидится. Вот сюда, например. Нет. Перед перекрестком не гзгут, скажем так, честно и откровенно. Поехали за перекресток. Ай, потом назад сдавать, разворачиваться. Здесь на полосе разгона остановимся. На аварийках. Пойдем сходим, еще раз поздороваемся. Все, времени вагон, спешить некуда. Можно и прогуляться. Ничего, постоим, поморгаем. Пошли до мамонтов. Не, погодка шепчет. Смотрите, какая красота. Минус 4. Солнышко. Днем, наверное, будет вообще хорошо. Мальта, Мальта. 1675 год. Ого. Я уже тут был, снимал. Вот так. Времени немерено. Можно и прогуляться. Не, ну тут на... В принципе, тут движения-то никакого, но на заезде не станешь. Так. Смотри, сколько тут снегу намело. Ого, пошли вокруг. В принципе, можно было даже вот сюда заехать. Но если тут раскиснет, потом можно отсюда не выехать. Да, я смотрю, даже от фур следы-то тоже есть. Заезжают люди. Ну ладно. Сейчас-то нормально, сейчас уже подмерзши. Тут хорошо, намело. Мальтинская. А, Мальтинский источник даже там есть какой-то. Вот. Уже читал, ну что тут. Мальтинская стоянка первобытного человека эпохи палеолита. 14750 лет назад. Ну, правда, основана... Композиция 2015, значит, 14755 лет назад. Пусть мама приедет, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Коптить-то тут в Усолье. Этот химзавод тут какой-то или что? Ну, скажу честно, что вот запах химии стоит какой-то. Вот в город въехал сюда, и вот чувствуется запах, хотя вроде ветер не в эту сторону. Безбашенные все. Не, ну нормально, что это? Так, пошутил. Не, вы видите, как коптит-то? Смотрите, сколько дыму-то. Ну там большая труба, это может котельная какая-нибудь. Же отопительный сезон, по идее, должен начаться. Че, уже холодно? Там еще кроме котельной тоже что
дымит. Да, да, да. Ой, сегодня правильно ездить. Сегодня самый день для гуляния по городу. Погодка прямо шепчет. Налей да выпей. ДТ, зима, 42 рубля. Люди заливаются вон. Качественная, наверное. Да, это не котельная, походу. Это все-таки это предприятие. Химзавод медпрепаратов, что-то такое, по-моему, здесь. Каждый раз езжу и каждый раз забываю. Хорошо так дают. Дымят. Или это еще что-то? Какой-нибудь комбинат перерабатывающий. Там сейчас будет написано дальше. Вот, налево. А это ТЭЦ, господи. Вот Чалдон, так Чалдон. Иркутск Энерго, ТЭЦ дымит. Да. Родила мама, родит сына, родила Лешу. Сульчанам, павших в боях за свободу и независимость. Это центр. Тут сейчас, по-моему, будет написано. Стадион Химик. Ну, Химик-то я знаю, что химзавод какой-то здесь. Вроде как действующий. Могу ошибаться. Медпрепаратов. Тут тоже могу ошибаться. Всего не упомнишь. Так, нам никуда пока не надо. Да нет, наверное. Я думаю, у нас еще будет время в Иркутске, куда надо сходить. Поедем. Сейчас, может, получится вот в Тельмах храм. Если будет за машину поставить и не очень далеко идти, то попробуем сходить, посмотреть на него вблизи. Глянем. Вот он как сблизи выглядит. Инфраструктура. Там, наверное, живут.
Ну, раз открыто, значит, можно заходить, правильно? Внутрь, наверное, не пойду. Купола какие. Не, обалденный храм, конечно. Большой какой. Величественный. Центральный вход вот здесь. Открыто? Не, внутрь я с камеры не пойду. Что-то я как-то так. Солнце светит. Тоже ничего не написано. Надо загуглить. Вот тут водоемчик такой, озерцо. О, гуси. Привет, банда. Интересно. Красивое место. А здесь памяти погибшим во время войны. Комиссару Зуеву Георгию Григорьевичу, павшим. А, это в 20-м году. А, ну вот. 41-45 память погибшим землякам. Видите, сколько людей именно отсюда. Из Тельмы, я так понимаю. Вот еще фамилии. И вот прямо возле храма. А мы вон там за углом стоим. Вечно живым солдатам победы. Вот по такой бы погодке, как сейчас, ехал бы и ехал бы сегодня. Куда-нибудь туда. За Улан-Удэ, подальше туда. Вылез тираннозавр Рекс. Ехай уже, пропускаешь ты. Выехал, подрезал, так давай газуй. Чё тут? Да, по такой погодке только и ехать, одно удовольствие. Ни жарко, ни холодно. Сухо, солнечно. Песня. Точно Газпром.
Газпром. Какая-то она стрёмненькая, так я вам скажу. Топливо 43 рубля. Visa, Мир, Mastercard, Маэстро. Не, что-то тут... Что-то мне стрёмно здесь заправляться, если честно. Не, я даже не буду. 43 рубля. Не внушает оно мне доверие, это местное топливо. Ну, у меня как бы есть... Литров с 300 еще будет, чуть что потом. Изменение маршрута. Заправляться я здесь не буду. Нет, ну, параллельно ж по высоте, да? На следующем повороте налево. Низковатенько слегка. Не, поехали, поехали. Сейчас начальству только отпишусь, что здесь заправляться я не буду. Вот она, наша временно конечная точка. Временно конечная или совсем конечная, или не совсем конечная. Но сам факт, Иркутск на горизонте. Че, весы Никсарбайта на... Ух ты, тут даже МАЗ есть сервис, нифига себе. Нет, весы Арбайта. И Платон тут. Ограничение скорости 30 км в час. Я есть проверять ваша оплата. Эх, какая погодка. Я бы сейчас с таким удовольствием направо бы завернул бы. Вы превышаете допустимую скорость. В сторону Читы и куда-нибудь. Куда-нибудь. Куда? Владивостока какого-нибудь ломанул. Но. Так, ладно. Владивосток, Владивостоком. Одна кричит 5,5 километров, второй 12. Как вы думаете, какой верить? Вы не знаете, я тоже не знаю. Машка кричит, у нее короче. Машка говорит, что там по прямой, у Машки там проезда нет. Вот и думайте, батенька, есть там проезд или нету. Сейчас посмотрим. Через 2-3 километра по повороту вправо надо сделать. Там прикинем, если там дорога будет нормальная, то поедем как Дашка. Если нет, поедем как Машка. А тут тоже какая-то стоянка, что ли? Или это так тут? И вон стоят казахи или узбеки. Кто тут? Так, сказал бедняк. Одна кричит, что нужно вот туда, куда автобус пошел. Вот той дорогой так как-то вокруг объехать. Может быть, она и права. Может быть, вы знаете, она и права. Готовьтесь через 800 метров выполнить разворот. Может, мы и там проедем напрямую. Сложно сказать. Нет, улица. Так, улица Роза Люксембург. Понятно. Вот сейчас как бы нам надо. Ладно, сейчас я посмотрю. Если как-то
которая Дарья Батьковна что-то там мусит. Не то, что надо. Значит, мы поедем, потом сюда вернемся. А вот и Иркутск. Здравствуйте. Попробуем ей поверить. Цивилизация там туда-сюда, магазины, если что. Станция Горки. А что за улица станция Горки? Что за она? Туда мы едем, не туда. Ну, что, еще не нам зеленый, да? Ровер. Вот нам зеленый, поехали. Километр мне отсюда, если что, он километр до цивилизации прогуляться, если здесь ничего нет. Готовьтесь прибыть в конечный пункт через 950 метров. Через 950 метров мы должны прибыть в конечный пункт. Проедьте 1,3 километра. Торговая база, Горка. Вторая батарейная, не то. Тут рынки. Базары, все дела. Нам нужна таможня. Камера перегрелась. На зарядке стоит и на солнышке. Она у меня когда перегревается, она тогда отключается. И в центре города, но в основном всегда в какие-нибудь дебри загонят.
какая-нибудь промзона. Черт, одна пишет вот у меня с левой стороны. Уже вот это вот здание, вот, это уже мое. А, улица Горка 5. Но это никак не здание таможни. А вторая точка у меня забита еще далеко где-то, я не знаю. Проезда нет. Блин, нам надо было ехать, как, потому что в этой, скорее всего, просто горка, а это станция Горка. Улица Горка. Горка. Ну вообще точка недалеко, но как-то у нее что-то проезда нету туда. И ехать как Маша заводила. В общем, нифига не получилось. Тут нет, на ту сторону железки надо переехать. И никак здесь проезда нету. Тут, может быть, и есть там какой-нибудь колхозный там переездик там на легковой. Ну, короче, надо было Машке верить. Но видите, что-то вот забивал-то обоим улица эта, Горка. Станция Горка. И вроде маршрут посмотрел. Но у Даши просто Горка. Без станции. Ладно, тут немного лишку. Короче, сейчас возвращаемся обратно туда на трассу и поедем вот так вот. В общем, по кругу. А здесь вот воинская часть какая-то, да, получается, смотрите. Наверное, уже как-то у него такой унылый вид. Наверное, уже не действующая. Выглядит как-то так себе. Ладно, погнали. Ну что, вот вернулись. Станция Батарейная. Вот нам сейчас туда. С той стороны заезжать. Красноярск. 1050 километров. Просто
можно и побуксовать даже, наверное. Подбуксовываем. Готовьтесь к правому повороту через 250 метров. Знаю. Очень надеюсь, что Даша тут нас заведет туда, куда надо. На следующем повороте. Нам вот тут по главной. Направо. Затем на следующем повороте поверните налево. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте. Вот здесь грузовикам налево написано запрещено. Я не знаю. Я другой дороги не знаю, поэтому едем. На следующем повороте поверните налево. Дороги не знаю, поэтому едем под знак. Не такой уж он тут и знак запрещенный. Другой возможности попасть на эту сторону я не вижу. Вижу. Нам Белшина не надо.
прокручиваем. Да, улица Горка 5, только никакого слова. А, Иркутский таможенный пост точно есть. И вон на столбике шильдочка висит, Иркутский таможенный пост. Здрасте. А мы пол Иркутска уже объездили.